Приспособление для подачи начинок ручное. Донор. Донор означает дозатор, наполнитель одноканальный, ручной. Соответственно, регулируется доза. Вот. Дальше. Возможны различные сменные иглы. Вот. В данный момент в бункере находится сгущенное молоко. И как оно выдавливается, сейчас мы вам покажем. Вот. Раз. Два. Три. До 900 доз в час. Соответственно, отлично зарекомендовал себя на дозировке меда от 1 грамма до 30 грамм. Вот так.